Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня пришла небольшая посылочка от фирмы Цуриное. Заказал себе катушку такого вот воблерка головлевого. На пробу взял силикон от фирмы Цуриное. И катушку. Катушка Цуриное Фингшанг в 2000 размере. Сейчас достанем, все посмотрим. Как видите, плотная хорошая упаковка. Плюс коробочка самой катушки. 9 подшипников. Довольно интересная катушка. Идет запасная низкопрофильная шпуля. В принципе, из-за нее я и брал в основном эту катушку. Катушка упакована в мешочек. Вот, собственно говоря, и сама катушка. Ручка закручивается на гайку. Можно поменять как на левую, так и на правую сторону поставить. Очень мягкий ход. Довольно приятный. Как видите, даже под своим весом ручки прокручивается катушечка. Никаких люфтов. Вообще не присутствует. Довольно мягкий фрикцион. Очень приятная катушечка. Посмотрим, как она себя поведет на рыбалке. Сейчас взвесим, посмотрим, сколько завесит катушка. Грамм завесила катушка. В комплекте идет две металлических шпули. Сейчас сравним вес. 44 грамма. И низкопрофильная весит 46 грамм. Взвесим катушку без шпули. 192 грамма. Намотал на шпуле плетенку, сюда 0,14, на катушку 0,12, плетенка китайская Пасифан. Теперь рассмотрим приманки. Воблер от фирмы Цуриное взял на пробу, попробовать половить головля, жереха на данный воблер, модель DW69I 48S, крючок 12 номер, длина 48 миллиметров, вес 3,3 грамма. Сейчас ради интереса мы это и проверим. Надписи на китайском и на английском языке на коробке. Сейчас взвесим, померяем, посмотрим соответствие. Выглядит данный воблер. Очень хорошее качество.
Хорошо сделан. Петли хорошо проклеены, очень острые крючочки. Давайте. Взвесим, проверим его вес. 3,37. 3,3 грамма, как заявлено на упаковке производителем. Ну, если взять эту резиночку, снять, как раз будет 3,3. Померяем рулеткой. Четыре сантиметра 8 миллиметров. Длина с лопаткой до конца заводного колечка заднего 5,5 сантиметров. Надеюсь разловить его. Друзья, смотрите видео. Обязательно сделаю упор на этот воблер и попробую его разловить в предстоящих рыбалках. И взял вот такой вот силикон на пробу. Очень похоже на релакс копыто. Такая вот рассветочка. Также сделаю упорчик на эти приманки и попробую их разловить. Такая вот рассветочка под натуральную рыбку. Очень мягкий, мягкий силикон. Приятный довольно на ощупь. Светлая перламутровая спинка. Прозрачный силикон с вкраплением блесток. Но сами рыбки очень приятно сделаны. Запах такой присутствует. Пахнет кальмаром. Померяем. 8,5 сантиметров. И давайте уже сразу посмотрим вес неогруженной рыбки. 6,5 грамма. Ну, на этом, друзья, видео буду заканчивать. И все свои обновки постараюсь обновить и разловить на предстоящих рыбалках в ближайшее время. На этом буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке, друзья.